В одной из воинских частей Твери прошел День призывника. Школьникам и студентам рассказали о срочной службе в российской армии. Все подробности у нашего корреспондента. День призывника – это шанс для тех, кому скоро отправляться в армию, увидеть и услышать о жизни военных. Знакомство с буднями защитников Родины у ребят началось с торжественной части. Перед школьниками и студентами выступили представители вооруженных сил, военного комиссариата, администрации города и ветераны Великой Отечественной войны. После, разделившись на группы под руководством военнослужащих, ребята отправились на экскурсию по военной части. Для будущих призывников подготовили выставку оружия времен Великой Отечественной войны. У нас сегодня представлено оружие Великой Отечественной войны 41-45 годов, начиная от 40-го, заканчивая 50 пулеметами. В основном это некоторые оригиналы, некоторые копии, но все охлаждено. На плацу гостей ожидала современная техника, состоящая на службе у российской армии. Ее можно было не просто посмотреть издалека, а изучить из кабины, почувствовать себя водителем. Однако наибольшее любопытство всегда вызывает армейский быт. Ребята говорят, что подобные акции очень убедительны и полезны, так как развеивают страхи перед службой в армии. Придает уверенности будущим призывникам то, что армия – это не какое-то там плохое или что-то. Это даже очень хорошо, то, что люди потом будут снова приходить, служить, и даже не будут там возникать по поводу, зачем мне эта армия. То есть тут на День призывника рассказывается, зачем это и почему. Помимо этого, на Дне призывника ребята могли познакомиться и узнать о Краснодарском высшем военном училище имени генерала армии Штеменко. Данная специальность востребована не только в вооруженных силах, но и во всем обществе, во всей стране. В училище принимаются выпускники 11-х классов, президентских, кадетских, суворовских, нахимовских военно-морских училищ. В мероприятии приняло участие более 200 человек. Представители военкомата говорят, что после таких встреч у молодых людей появляется желание служить в армии. Напомним, сейчас продолжается осенняя призывная кампания.